Всем привет, друзья! Сегодня у нас, как я и говорил, из города выбираться, ну, не собирался, но выбрался не то чтобы из города, а, скажем так, в пригород. Доехал, видели, как ехал, по всем кольцам вас провез, ну, почти по всем. Так что сегодня приехал на Симферопольское водохранилище, ну, или как раньше его называли, Симферопольское море. Посмотреть, сколько же воды, ну, соответственно, и вам показать, сколько воды. Ну, в принципе, вы и сами видите, сколько воды. А вот эта вода, вот здесь ничего не было еще совсем недавно, потому что оно было вообще полупустое. Оно наполняется, я не могу сказать, что оно полное, прям, нет. Далеко не полное, то есть тут процентов, наверное, сейчас 60-70 от всего его объема, но вот вода в некоторых местах здесь доходила до дороги в хорошие года, когда сильно много осадков. То есть вот этот остров, он должен быть островом, но пока он полуостров. Не вот этот первый, а вот тот дальний на той стороне. То есть, ну, вода, что не может не радовать, прибавляется. Как бы все хорошо. Сейчас мы пройдем еще туда, посмотрим. До мерного столба, до дамбы, ну, до плотины до нашей дойдем. Все вам покажу. Если там не сильно грязно, потому что, ну, здесь асфальтированная дорога. Видите, остатки былой роскоши, эти столбы при СССР ставили. Здесь был пляж песчаный. Давали лодки на прокат, здесь можно было кататься. Поэтому вот, и был прям городской пляж оборудованный. Но это все было при Советском Союзе и очень давно, в общем. Там вон дальше лодочная станция. Здесь дальше мы пройдем вот это место, где можно прийти снять какой-нибудь там этот вот беседочку и там пожарить шашлычки на, это вот, на свежем воздухе. Но главная мысль у меня была сегодня показать вам, что такое февральские окна. Я не знаю, в каких регионах такое еще бывает, но вот у нас сегодня февральские, вернее, сейчас вот сегодня 12 число, ну, грубо говоря, середина месяца, и у нас вот есть такие каждый год практически. Бывает, что их и нет, но чаще всего они есть, и доходит температура до 20 градусов тепла, то есть вот сегодня сейчас на солнце, наверное, градусов 12-13, поэтому я в легкой пайте, не в своей, не в зимней. А, ну как, это тоже у меня как бы зимняя, но зимняя типа крымская зимняя. В общем, на солнышке вообще прям кайф, очень тепло. И вот вы сами можете посмотреть, что такое крымские, ой, эти февральские окна в Крыму в феврале месяце. Но давайте пройдем. Здесь эта дорога, она как бы тупиковая, упирается в само водохранилище. Там вон человек сидит под деревом, видимо, то ли рыбак, то ли просто пьяненький спит. Ну, неважно. Но тогда воды прибавилось, конечно, прилично. Потому что последний раз, когда мы здесь были, вот это вот все, где вот сейчас уточки плавают, там вообще ничего не было, была просто земля. То есть наполняется. Что не может не радовать. Но это еще не все на сегодня. Сегодня я хочу, ну, во-первых, мне надо шаги выхаживать. И выхаживать будем их с пользой. То есть здесь прогуляемся, ну, где чисто. Потому что я даже не в ботинках, а в летних кроссовках, ребят. Потому что, ну, очень тепло, хорошо и как бы кайфово. Даже идти даже жарковато на солнышке. Ну, потому что солнце уже, как бы, зима заканчивается. Солнце стало вставать намного выше, чем, ну, так, зимой. В общем, здесь походим, посмотрим. И потом пройдем через ботанический сад наш, который на территории ТНУ. Это Таврический национальный университет. Пройдем по нему, там на проспекте Вернадского он находится, даже надо будет нам чуть назад вернуться. И дальше еще немножко пройдемся по Салгиру, где-то там, ну, может, до центра города дойдем, не знаю, посмотрим. В общем, как будет самочувствие. Но пока гуляем здесь, наслаждаемся видами воды. Это, конечно, понятно, не море, но такой себе большой водоем. И Симферопольское водохранилище, вот это, из него Симферополь раньше воду не брал для, ну, такую чистую. Потому что это был технический водоем, никогда из него воду не пили. Потому что мы пьем там из Аянского водохранилища, из Партизанского водохранилища, а отсюда никогда не пили. Но сейчас вроде как, ну, мне некоторые говорят, что и сейчас отсюда идет забор на водоснабжение Симферополя именно питьевой чистой водой. Но, по-моему, это неправда. Не знаю, не буду спорить, не знаю. Сейчас дойдем туда, на горку. Здесь, понимаете, да? Холмистая местность. Сейчас на горку зайдем и там включимся, потому что здесь вообще ничего не видно. Так, на горку забрались, ребят. Вот это место, где можно... Ну, если все в Симферополе уже в самом надоело, то можно сюда выехать на природу.
беседки тут большие, маленькие беседки, ну, на разные компании. И, соответственно, можно взять какую-нибудь беседку, заказать себе. Там как бы еду вроде они не готовят, можно со своей надо приезжать. То есть маринуете шашлык, машлык, все это маринуете, приезжаете сюда, здесь дают вам мангалы, дрова, ну, в общем, все есть здесь. И вы на берегу, грубо говоря, можете там взять удочки с собой, порыбачить. Я не знаю, удочки они дают или нет, но, по большому счету, можно со своими взять. Хотя я вам смотрю, там рыбак стоит один, песель со мной рядом бегает. Вроде так на вид дворняга, а глаза голубые. То есть подмешанный какой-то, то ли с хаски, то ли с лайкой. Ну, не знаю. Хвост тоже такой вроде как пушистый, но висячий. Бесячий. То есть не полукруглый. И он рядом, он близко ко мне, короче, не подходит, но рядом со мной бежит. Вот, видите, вот такие встречаются тут размывы. Оп. Оп. В общем, не очень удобно, не везде можно ходить. Ну и мусора оцените, сколько, конечно же, тут навалено. Здесь субботники, конечно, проходят, но крайне редко. Так, мерный столб, наконец-таки, в воде я вижу. Сейчас. Сейчас, ребят, все вам покажу. А, оно у нас такое вытянутое довольно водохранилище. Оно вот так, и здесь, и вот эта дамба. Ну или плотина, в общем, называйте как хотите, кому как нравится. Вот там в воде стоит, ну, до столба белый столб. А наверху, на самом верху, он сейчас в самом низу вода, а на самом верху, там метра, наверное, два, а там мерники вот эти, где отметки стоят. То есть здесь еще, ну, вода до него дошла, но еще набираться не начала. То есть еще где-то, если просто вверх брать, метра два, два с половиной, вода должна подниматься еще. Вот так. Что вот эти вот выступы, они гораздо меньше должны быть, на самом деле. Вот эта дорога, она прям по берегу шла. А, ну, в общем, вода прибывает, и это хорошо. Я думаю, хватит разговаривать об уровне воды. Пойдем смотреть. Вот здесь вот уже на машине. Надо на такой, на подготовленной. Ну, пёсель меня догнал. Смотрите. Видите, глаза голубые. Но он такой шуганутый, но не агрессивный. Не гавкал на меня, ничего. Такой просто бегает рядом со мной. Занятный. Помялся. Вот люди гуляют, вот, видите, с детьми. Дерево отпилили кусок, такой бревнишко. О, здорово. То, знаете, как ходишь по этому, ну, везде, по городу. Шум, машины везде ездят. Здесь хорошо, тихо. Идешь, трассу слышно, но совсем не мешает. Вот так, еле-еле. Вот единственная беда здесь, конечно, грязновато. Надо все убирать, потому что все в этих пакетах, в каких-то обертках, одна из вот этих, там, шоколад, маколад, вот такое. Как бы очень много, бутылки пустые валяются. Но здесь бы убрать, конечно, да, было бы недурно. Так, ну, плотина побелена, жалко. Раньше можно было на плотину зайти, по ней походить, ну, это как очень давно. Потом сделали из нее стратегический объект. И последний раз я на ней был на свадьбе. Даже был на свадьбе у кума своего. И там нельзя было как бы. Ну, это еще при Украине было. Нельзя, но это же было как. Если дать немножко денежков, то можно. И мы заходили на ней, фоткались. Где-то у меня даже фотки есть, по-моему, в этом, в Кантыче. Со свадьбы и вот отсюда с плотины, по-моему, тоже есть. А, в общем, ну, такое. Вот не знаю, куда меня эта дорога выведет, что она становится все хуже и хуже. Но мы же не боимся препятствий, да? Мы будем героически, мы их сами себе создаем, потом героически преодолеваем. Так, как тут идти вообще? Ну, что-то раз и дорога... Прикольно, ребят, раз и дорога закончилась вообще. Ну, туда надо как-то пролезть, а то там вот есть тропинка вроде. Пройдем тут, ничего, грязненько, но ничего. О, как дерево, а, оно сломалось, оно и так, его и так согнуло, оно еще и сломалось. Опа, так, вот мы выскочили прямо практически на берег. Вот я вот об этом говорю, ребят, видите. О, люди, конечно, с одной стороны молодцы, но с другой стороны непонятно.
То есть сложили все здесь, ну, видимо, на берегу. Кутили там, отдыхали, все дела. А весь мусор собрали, сложили в пакеты. И пакеты здесь поставили. Кто их здесь будет убирать? Вот, ну, как вы так... Люди, о чем вы думаете? Соберите с собой. Все равно, скорее всего, на машинах приезжаете. Бросил в багажник, довез до ближайшего, там, я не знаю, мусорника. Вот этот столб измерительный, видите, мы к нему все ближе и ближе подходим. Я сомневаюсь, насчет 2 метров я погорячился. Наверное, поболее там. Ну, в общем, высокий довольно столб. Дальше за плотиной там сброс идет и квадрат. Ну, мы в детстве так называли квадрат. Идем купаться на квадрат. Там такое место, где с плотины вода, ну, сброс когда идет, она стекает по бетонке, вот так, ну, под таким наклоном небольшим. И потом вся эта масса воды падает в такую яму, большую яму. Она квадратного размера, поэтому в детстве сюда говорили, идем на квадрат. А рядом там скала и, ну, самые вот эти безбашенные детвора прыгали. С этих скал ныряли в этот квадрат. Он довольно глубокий. Но мне как-то я высоты как-то побаиваюсь, и мне было страшно. Мы просто так плавали. Купались. Ну и не часто я пару раз там был. Ох. Я где только не купался, походу, в Симферополе. В Гагаринском парке купался. Ай, красота. Красота. А там вот не так давно, вот там в лесу, за деревом сейчас не видно, наверное, есть коттеджный поселок. Построили там это, власть имущие. Ну, в общем, такой элитный коттеджный поселок. От моря метров, наверное, от моря, от озера, наверное, метров 300 вверх. И там такой поселочек прикольный. А это задворки Симферополя. Объездная Ялтинская как раз. Чуть дальше, там идет Ялтинская объездная. Вот там между гор уходит и через, ну, вокруг города идет в сторону туда, через обдал практически. Ой-ой-ой, стало скользко и грязно. А вот там вот вижу, подсыхает. Вот, в принципе, вот это она уже идет. То есть, если вы едете, у нас получается, вот там у нас Ялта. Ну, юг у нас, вот там Ялта. И вы едете по трассе, то есть трасса идет дальше, ну, дорога переходит в проспект Вернадского, а вот эта объездная, она сворачивает здесь и вокруг города уходит. Ну, можно выехать там на Феодосию или дальше там на Евпаторию, то есть на Джанкоеву, ну, сами понимаете. В общем, объездная, что долго объяснять. Здесь тоже наполнилось довольно сильно, видите, ну, прям видно, что наполнилось. Ну, прям, да. Сама плотина, она там, видите, такая интересная форма. То есть здесь высоко, а если с той стороны смотреть, там вниз. Так, ну сейчас мы как-то вот туда доберемся, я там включусь. Вот, видите, где уровень воды? Опять я про этот уровень никак не могу успокоиться. А бывало так, что вот здесь вода, вот здесь и вот до этого вот уровня вода. То есть, ну, 3 метра выше. Если вот по прямой брать, метра, ну, на 3, наверное, повыше уровень воды бывал. Ну, дело в том, что еще не весна, еще в горах снег, может, не тает. Еще, хотя... в общем, посмотрим, как будет весной. Еще дожди обещают, осадки. У нас февральские окна эти. Батя говорит, это какие-то странные февральские окна. Во-первых, очень короткие, а во-вторых, говорит, как-то не сильно прогревается. Это, говорит, не февральские окна, это форточки. В этом году, но имеем то, что имеем. Вот, видите, сухие водоросли. Ну, они уже повысыхали. Воды-то здесь сколько нет, уже пару лет. Даже вон какая-то бузина проросла. А здесь вот, ну, сами видите. А здесь вон снег еще лежит, смотрите, солнце редко попадает. И еще проплешины снежные остались. Нигде вокруг снега нет, а здесь еще лежит. Мне становится жарко, прям что-то жарковато. Надо было, наверное, мне под низ не пайту одевать, а футболку все-таки, ну, потому что очень тепло. Дошли практически до плотины, вот это уже плотина начинается здесь. Видите, столбики стоят. Это тоже с одной стороны водомеры, а с другой стороны ограничительная мера, потому что на плотину заходить нельзя. Я уже говорил, это стратегический объект. То есть вот здесь еще можно рядом с плотиной походить, а дальше туда нельзя. Сейчас мы наверх поднимемся.
там где-то можно выйти. Тут забор просто, я боюсь, там я не выйду. И теперь под вопросом, попадаю я на квадрат или нет. Потому как, сами сейчас увидите, здесь прям, ну, зона такая, что, мама, не горюй, везде, видите, эти столбы стоят запрещающие, все и всех. Колючка натянута, забор вот стоит, ну, видите, колючка по кругу, и здесь. Раньше здесь ничего не было, можно было просто смело подойти, ну, к самой плотине, или зайти на нее, но теперь все у нас вот так. Я не знаю, наверное, с одной стороны, это, конечно, правильно. Все-таки стратегический объект. И его, видите, как обнесли все. 3D-забор с колючей проволокой, камеры везде. Ну, в общем, лучше не соваться. Раньше здесь и вот этого забора не было, и можно было, когда самый первый раз, когда закрыли, вот до туда можно было дойти, и как бы саму плотину было видно. Ну, а теперь... Опача! Вот, видите, какая теперь штуковина. Да, значит, на квадрат мы не попадаем. Сейчас вон пешеходный переход. Вот, а здесь можно было пройти. И вот там вторые ворота, они были закрыты. Но вот на этом кольце вот здесь можно было гулять. Теперь вообще все закрыли, санитарная зона. Туда-сюда, ну, короче, нельзя. Все, ребят, тогда я сейчас дойду. Сейчас перейду. Там дальше выйду на проспект Вернадского и пойдем в ботанический сад. Он довольно большой. Кому интересно, посмотрите. Перебрались на другую сторону. Весь этот район, где мы сейчас гуляем, называется у нас, ну, у нас в районе называется Марина. Я, честно говоря, не знаю почему, но называется Марина. И дальше даже на маршрутках, троллейбусах написано там, допустим, автостанция Западная Марина. И через весь город вы едете. Улица Плотинная, 9. Нам сейчас мы свернем и пойдем как раз вот у нас. Сейчас покажу. Сейчас. Здесь можно офис в аренду взять, если кому надо. Вот по Плотинной вниз. И это проспект Вернадского, на котором как раз находится ТНУ. И весь его этот вот. И упирается все это дело. Площадь Конституции. Упирается это все в площадь, где гостиница Москва. И от нее уже идет, начинается как раз улица Киевская. Это самая длинная улица в Симферополе. Вот как раз отсюда она начинается. В одну сторону уходит Киевская. Дальше уходит Воровска. Потом уходит Беспалова. Да, и сюда, ну, и, соответственно, проспект Вернадского. Здесь особого движения нет, можно по дороге пройти. Вон, видите, кто-то воду себе тянул. Вот так, дорогу разбомбил, перетянул воду. Гравием засыпал, и так пойдет. Дальше, что, обратно заасфальтировать? Не, не в курсе. Вот так это работает. А кто спрашивал, где у нас участки? Это вот через эту гору, там еще одна будет гора. И вот там наверху наши участки мы как раз продаем. Там свой участок с видом как раз на весь Симферополь. И он... Что хорошо, что не будет там ветров, он не на самом верху. И более-менее он, не, ну, склон есть, но более-менее небольшой. Для строительства даже не надо будет 800 тонн бетона туда выливать. Ну или если вырывать, сравнять, ну, снимать пласт земли тоже небольшой. То есть примерно вот в том направлении, вот эта гора, за ней еще вот такой пригорок, и вот на нем. То есть, если подняться наверх, то видно как раз Симферопольское водохранилище. Да, есть участки с видом прямо на водохранилище. Но это участки, как мне кажется, не очень хорошие, потому как слишком ветрено на самом верху. Ветер и так, что будет сдувать с горшка. Все, проспект Вернадского, Вайлдберрисы везде эти натыканы. У нас их что-то стало прям совсем много. Все хотят на халяву денег заработать, в общем, открывают и заказывают, ну, на себя. Вернее, на это. Это же получается как сеть. Может любой человек открыть, там зарегистрироваться у них и торговать. Проспект Вернадского, совсем чуть-чуть до ТНУ у нас осталось. Здесь шумно, дорога, поэтому включусь, как зайдем на территорию университета.
Вот он, ребята, наш известный ТНУ находится как раз на углу Гончарова и улица Гончарова и проспекта Вернадского. Давайте пройдем, говорю. Объект охраняется. Знаете, как в машинах эти писали, да, таблички. Внимание, машина охраняется клопом-спидоносцем. Шутки такие. Сам университет, который вошел в группу этого национального университета. И туда же входит еще у нас есть мединститут, теперь медуниверситет. И тоже они вроде не хотели входить в этот всероссийский университет, как он там называется, в общем, не этого. Но вроде как все равно вошли. Это, я так понимаю, центральное у них здание. Сейчас, ребятки, вот. Таврическая академия. Крымский федеральный университет имени Вернадского. КФУ он теперь. Не ТНУ, а КФУ называется. Крымский федеральный университет. Вот, имени ВИ Вернадского. Вот так вот все это дела обстоят. Ну, студенты сидят. Я просто не знаю, здесь есть проход туда или нет. Ну давайте пройдем, посмотрим. Я отсюда как бы еще ни разу не заходил. Я захожу чуть-чуть дальше сюда. С остановки можно там зайти. Можно было сейчас, не знаю. В общем, пройдем здесь, посмотрим, можно или нет. Елочка какая симпатичная, да? На Новый год наряжать хорошо. А дальше рядом тис ягодный. Очень ядовитое растение. Ягодки у него ядовитые. По-моему, вот здесь можно было пройти. Я не знаю. В общем, сейчас включимся. Смотрите, какие кусты зелененькие. А знаете, что это за кусты? Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, это лавровишня. Это такие кусты, типа лавровый лист и вишня. Их высаживают, они вечно зеленые получаются. И такие. Но в еду добавлять нельзя, как лавровый лист. А здесь вот награждения всякие проходят. Видите, трибуны у них тут. А и можно дрифт устраивать, соревнования по дрифту. Прямо вместе со зрителями. Здесь вон прудик небольшой. Тоже люди стоят, что-то там уток, что ли, кормят. Непонятно. В общем, сейчас мы пройдем. Калитка. Выйдем как раз на этот вот. Ну, Салгир внизу течет. Речка наша местная. Кто не в курсе. Вот там пройду. Здесь, видимо, ну я же говорю, то ли что-то вручают, то ли что. Ну, в общем, сцена и трибуны. Все, идем на выход. Вот видите, асфальтированная горка и там такие ячейки. Это как раз водосброс. Сейчас вот практически там ничего не течет. И вот от этого водосброса внизу был вот этот квадрат, про который я вам говорил, что можно купаться. Сейчас туда довольно сложно попасть, поэтому мы не попадаем. А это стадион самого этого КФУ. Вот он такой почему-то тут чувак с бейсбольной битой. Это, наверное, бейсбольный стадион, хотя не похож. Не квадратный. И вход в сам этот ботанический сад. Я уж не помню имени кого. Я тут прям вот так вот попробую вот здесь вот не убиться бы. Спущусь и пойдем, пройдемся по самому этому ботаническому саду. Но дело в том, что, ребят, вы там строго не судите. Здесь как бы в самом этом, в нем ничего особо нет. Потом, ну как там, все хорошо и красиво, но зелени маловато. Не забывайте, что сегодня 12 февраля. Поэтому не рассчитывайте там на цветение роз, там розарии, сиренарии и всевозможные виды растений. Поэтому тут ничего пока такого не будет. Но все равно пройдемся, поглядим. Пока ничего интересного, заборы да всякая гадость. Дальше включимся. Дошли до основной такой части гуляльной, скажем так. Вот такие беседки. Люди гуляют здесь на выходные, просто выезжают. Дело в том, что вот здесь посещение это абсолютно бесплатно, он открытый. Сами понимаете, атмосфера вот такая. Прям парк такой, довольно далеко от дороги, практически не слышно никакого движения. Люди вот там с детьми приходят, пожилые, смотрю, парочки такие, знаете, милашно так прогуливаются. Здесь вот одно озерцо вот такое. Вот тут вот чуть выше еще одно озерцо, но уже такие обыгранные, знаете, они искусственные, но выглядят прям обложены камушком. То есть вот, видите, вот такие вот, вот такие вот клевенькие вот утки непонятной расцветки, такой с белой головой.
Видите, она приземлилась только что. А, и, в общем, как бы погулять здесь, конечно, очень здорово. Просто походить. О, смотрите, собака из ниоткуда вышла. Собака. Ну, это местные тут, они тут охраняют. Потому как здесь чужих собак нет. Здесь работает своя, это вот, ну, своя охрана есть. Они как бы ходят, следят за порядком постоянно. Плюс здесь нельзя курить вообще на территории нигде. Не считая на то, что есть там вот мусорники стоят и всякое такое. Вот он еще один, получается, прудик. Видите, еще прудик один. Такие навалили здесь каменья. Здесь даже с водопадиком. Просто там выше есть еще один. Ну, в общем, все здесь, я же говорю, приходить погулять. Кайфец. Сейчас пойдем дальше. Где-то там в сторону Розария. Пройдем, посмотрим, что там, если я его еще не прошел. Ну, вроде еще не прошел. Видите, дети гуляют, взрослые. Ну, в общем, кайфово тут. О, вон и там дорога идет. Да, мы сейчас как раз где-то к Розарию примерно выйдем. Ну и там уже включусь, потому что здесь куча дорожек, тропинок, знаете, летом здесь тоже хорошо, когда жарко. Заходишь здесь практически везде тень. Ну и прям хорошо. Еще прудик один. Ну, в общем, вы поняли мысль, которую я пытаюсь вам донести, что все очень неплохо здесь. А здесь еще меньше. У них там черепахи живут, рыбы какие-то. Ловить нельзя, правда. Вот видите, как обыграно. Можжевельничек везде растет. Здесь туи, еще можжевельник. Ну, прям здорово, можно прийти на камушки, как Аленушка. Посидеть, братца Иванушку позвать. Декоративная шелковица. Много, когда с листьями очень тоже симпатично выглядит. В общем, ну все тут хорошо. Пойдем сейчас дальше туда, вот немножко пройдем, я включусь. Он довольно большой просто. Шел, смотрите, все, деревья такие довольно серые. Тут бац, такое белое пятно. Березки вот тут. 7 березок, 8, 9. 9 березок растет. Такое белое, яркое пятнышко. Очень здорово тоже. Выходишь так из-за поворота, раз, такое белое пятно. Класс! Люблю березки, но у нас это вот уже, вот которая ближе к нам, это считается уже большая. А вот те, ну, которые тонкие, ну, которые как бы для нас обычные, вот это обычные березы у нас, они больше крайне редко вырастают. Я вот сравниваю, ну, как в Москве, там, в округе. Едешь, когда, да, в Домоде, да, там полоса идет зеленая, ну, сосны, знаете, потом раз полоса белая, березы, да такие, ух, здоровенные. У нас, конечно, таких редкость. Видите, вот больше, не больше берез нет, все обычные деревья, и здесь такое белое пятнышко. Здорово! Как раз мы идем вот здесь, вот здание трехэтажное, здесь бывают концерты, у нас такой мини-оркестр выходит, там струнный или духовой, и играют, выставляют стульчики, и люди выходят, сидят, смотрят. А не, не возле, вот возле вот этого вот здания, да. Сейчас мы как-то вам показывали, попали на такой один концерт, они играли все. Ну, знаете, такая мельпомена тут собралась. Очень круто. Я вот точно не помню, где-то вот здесь примерно, ну, где-то вот в этой вот округе или вот там чуть дальше цветет этот вот магнолии. Они первые распускаются, и все едут тогда сюда пофотать и ну, посмотреть, красиво довольно цветет. Где-то вот в этом районе. Очень здорово выглядит. Вот, видите, фонтан накрыт вот этим треугольником, и вот они вокруг фонтана, там рядом с фонтаном стоят стульчики, и люди приходят, садятся, и им концерт классической музыки здесь, я же говорю, разные. Ну, тут не то, что там оркестр выходит такой, как для «Звездных войн», нет, ну, выходит человек 5-7, и здесь играют прям на свежем воздухе, очень здорово. А это начинается розарий как раз, но, я же говорю, рос вы не увидите, только стебли отрос, потому что их каждый год после цветения срезают, подрезают, убирают, чтобы ничего не болели, они там ничего, за ними следят. Они все подписаны, там таблички везде стоят. Ну, как настоящий ботанический сад.
Здесь вот по бокам, вот эти, где белые вот эти вот, это скамеечки. Можно прийти. Тоже летом, кстати, довольно хорошо. Приходишь, садишься и в теньке здоровски. И вот это все пошли, это розы. Всякие разные. Тоже довольно большой кусок. Ну, видите, как. Ну, видите, какая красота здесь. Такие дорожки, тропинки, можжевельник. Можжевельник. В середине роза, вокруг тоже розами все засажено. А вот эти вот туи, я думал сначала они подсыхают, оказывается, такой сорт. Чтобы, ну, вот они такие и есть. Расцветка очень такая пестрая, прикольная. Фонтанчик, понятное дело, закрыт. Ну, в общем, здесь вот, вот такая часть. Сейчас мы дальше пройдем, там еще будет всякие лабиринты, в общем, много всякого разного. Мы уже показывали как-то его, и летом показывали, но в комментариях поступают заявки, что надо пройтись и не только перди показывать, но и вот такие хорошие места, которые реально хорошие есть в Симферополе. Так, до следующего места дойдем, включусь. Вот тоже туйка, да, очень интересная. Смотрите, такое впечатление, что какая-то она завяла и вот так вот все висит. Нет, на самом деле это вот такая вот туя висячая. Бесячая. Семейство кипарисное, вид кипарисовый нутканский. Пендула называется. Ребят, я ничего не выдумываю, там вон табличка стоит. И написано пендула. Ну, в общем, все это кипарисное. Здесь дальше, вон, видите, дерево блестящее с яблоками. Это кованое железное яблоко. Вот дальше лабиринт. Ну, зимой он не такой ярко выраженный. Вот видите, лабиринт. Вот он. И заходите. Вот он, лабиринт. Он из кустиков выстрижен. Так что там можно пройти и по нему ходить. Ну, чтобы выйти, как там, проверить свою эту ориентацию. В смысле, спортивное ориентирование. Ориентация. Надеюсь, ориентация у вас все в порядке. Вот, вы заходите, и он пошел расходится. Куча ходов, проходов, и вы здесь можете гулять, гулять, гулять. Здесь дальше аллея, это не гладиолус, или гладиолусы. В общем, высаживаю тоже здесь, ну, по сезону прям такая она заросшая, красивая всякими этими. Вот это один из входов, кстати. Вот здесь вот это все, видите, сейчас просто голенькое. А когда этот вот, вон это ходит. Сейчас покажу, все, сняты все таблички. Здесь вон ходит страшная птица, это... Ну, типа, как индюшка, или как они называются. В общем, вон, видите, ходит, хомячит что-то. Индюшка, или... Кто это, индюшка? Цесар. Цесар, ну, какая, все индюки, все. Куры. Ну, да, в основном куры. Тут неважно, как снаружи выглядишь, под хвостом-то у всех все одинаковое куриное. Да, такая, это вот, в общем, эти... Индюки. Ходят гуляют. Здесь еще какие-то ходят гуляют, но их не всегда найдешь. В общем, их выпускают, этих животных. А сейчас мы обратно здесь через лабиринт пройдем и выйдем на поляну, которая тоже летом очень красивая. Не знаю, сейчас посмотрим, что там зимой. Ребят, эта цесарка, она он, в общем, здесь на вольном выгуле. Я вот спрашиваю, она выходит? Выходит к дороге траву поесть. Говорит, вон травы немерено, она выходит ее поесть к дороге. Видимо, там какие-то примеси хорошие ей нравятся. Иногда на праздник выходят. Видите, поилочки у нее тут есть. Так, попить. В общем, вот такая вот цесарка здесь на вольном выпасе. Вот, ребята, видите, ее все кормят. Ее, это вообще, это самец цесар. Я не знаю, как самец цесара назвать. Наверное, цесар, если не цесарка. В общем, 3 года назад сам он сюда прибился, прилетел. И так и остался здесь жить. Поэтому он теперь здесь такой, ну, не на птичьих правах, а на постоянке. Обратно через лабиринт идем. Выходим и идем на большую площадь.
Цесару этому привозили двух цесарок, но домашних, с подрезанными крыльями. И, соответственно, их собаки, ну, пообедали. Поэтому он один здесь, короче. Ну, он довольно счастливый, потому что все горы, вот видели, толстый такой. И сам гуляет, как собака. И кто только пакетом зашелестели, он уже подбегает сразу. Ну, и с рук он ест такой, в общем, такой себе домашний. Не домашний, а его никак не зовут. Я спросил, как зовут. Он говорит, да, его не зовут, он сам приходит. Ну и подснежнички я вам сейчас покажу, повылазили. У нас, кстати, уже продавали, я шел когда сюда. Уже стояли, продавали подснежники. Ну, подснежники, как обычно, под зеленым снегом у нас. Вот, видите? Подснежнички полезли. Ну да, конечно. Ребят, конечно, зимой выглядит все здесь не так. Вместо цветов вороны ходят, клюют что-то. А летом, ну вы все видели, кто давно подписан. Делали мы отсюда ролики. Там как раз мне белка по ноге бегала. Вот это все, вот эта вся поляна, она очень разноцветная. Куча разных цветов. Тут прям, ну как бы не один вид цветов, а прям разные-разные, какие хотите. И всех цветов, какие только могут быть. Ну, в общем, очень здорово. Сейчас все просто перепахано, и, я же говорю, и вороны ходят. Хотя вот тут что-то вот зелененькое торчит. А вот эти белые, ну, такие серые вот эти растения, они круглогодичные. Это они и летом такого цвета, только чуть попышнее становятся. Вороны, смотрите, какие холеные, блестящие, красивые. Да, клювик такой, что ой-ой-ой. Ну вот эта центральная инсталляция с можжевельниками всевозможными. Здесь тоже, кстати, можжевельники, туи, эти кусты разные. Все уровнями пострижено, все всегда здесь обалденно. А мы как-то ездили на ролик. Ну, если интересно, поищите на канале, где-то есть. Называется там ботанический, Симферопольский ботанический сад или как-то так. Не помню. А здесь эти солнечные часы. И... сейчас. И я вот здесь как-то стоял. Вот туда снимал, возле этого куста. С куста вылезла белка, по ноге мне пробежала и убежала. Так. Что у нас со временем? Ага. Вроде как без 15 час. Ну, почти. Или я стою неправильно. Вот так надо встать. У меня на часах, на телефоне показывает без 2 минут час здесь. Ну, примерно около того. В общем, около часа. Все это. В общем, ну, сами видите, здесь все очень-очень-очень-очень. Здорово. Ну, а мы сейчас направляемся. Там есть калиточка на выходе. Вот там чуть дальше. Она выходит к Салгиру. И пойдем по Салгиру пройдемся, посмотрим. Там после реконструкции все должно быть очень хорошо и красиво. Изменения, ребят, здесь было старое здание. Ну, такое заброшка. Сломали, видимо, будут вывозить. Видите, мусора сколько получилось. Ну, сломали здание за ненадобностью, скорее всего, и будут вывозить. Вот тут у нас идет улица Гурзувская. Вот тут начинается и идет туда до велотрека. Ну, это уже вне парка, за территорией. А мы как раз вот сейчас продвигаемся и в калитку выходим. И пойдем по Салгиру. В общем, сам парк показал. У нас кто просил больше всех парк? Санечек. Санечек, я старался. Привет тебе. Да, Настя, тебе тоже привет. Я показал, как это выглядит зимой. Хотя вы через 2 недели приедете. Можно было бы еще раз сходить. В общем, как-то вот так. Все, ребят, идем к Салгиру и смотрим, как там набережная после ремонта себя чувствует через год или там сколько прошло. Вот, ребята, боковой вход, ботанический сад открыт с 6 утра до 19 вечера. Ну, это, видимо, зимнее расписание, потому что летом он дольше работает. Вот гостиница «Москва» как ориентир. И, ну, в принципе, там не заблудитесь. Весь этот павильон огорожен вот таким забором. Как увидели забор, ищите, где зайти и не промажете.